Приветствую вас, дорогие друзья, игрушки Evil Kid. Давненько мы с вами не играли. Тут уже вышло обновление, есть магазин. Смотрите, можно клоуну купить за 15 тысяч. Ничего себе. Ну и разных мальчиков. Вот клоун довольно-таки прикольный. Так, система доната. Понятно. Ну, мальчик где-то будет... Рублей 300 стоит. Мальчик-клоун будет рублей 300 стоить. Так, тут можно сложность, да, выбирать. Давайте изи. Это можно за призрака на изи. Давайте изи, стандарт. И let's go. Вот тут можно будет, видимо, скины выбирать потом. Продолжим. О, подожди, тут имя можно написать. Ну окей, погнали. Прикольно, слушай, прикольно. День первый. У-у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 -
проходил давным-давно игру. Так. Нифига себе, как атмосферно. Это я здесь спал, да? О боже мой, тут все в крови. Тут не гигиенично. Я могу чем-нибудь заболеть. Чашка. Возможно, нам потом понадобится чашка. Можно сесть, встать, понятно. Откроем давайте. Так, сразу видим батарейки. А я тоже такое ощущение, что маленький мальчик. Смотрите. Да, я тоже маленький мальчик, потому что взрослый бы, ну, ему стол до пуза достает. А этому мальчику лет 6, может, 8, может, 5. Потому что он примерно как стол. Ну-ка, ростом. Тряпка какая-то. Я не помню, зачем нам тряпка. Давайте просто бросим пока что ее здесь. Надо пошариться. Голова коня. Ладно, будем изучать, будем смотреть, что у нас тут такое. Так, тут ничего нету. Можно мальчика постирать, потому что он плохой. Накажем его. Так, что у нас здесь? Ну-кась, поглядим. Ключ. Отлично, мы нашли ключ. Это хорошо. Все, мы прошли игру. Да боже мой, я шучу, ребят. Да что ты дергаешься? Хватит дергаться. Так, часть винтовки. Давайте ключ пока бросим. Возьмем винтовку, постараемся застрелить его. Подожди. А, ну вот, все, я должен просто был пройти. Так, тут можно спрятаться, если что. Да. Я не понимаю, что ты дергаешься-то, боже мой. Так. О! Ёшкин Макарёшкин. Это кто еще такой? Это мальчик? Ты шутишь, что ли? Смотри, какой он страшный. Так я же на изи играю. Мне фору, что ли, дали, или что? А! А это тогда кто такой? Вот это кто такой? Боже мой. Валим. Сейчас через низ попробуем обойти. Так. Главное не запутаться. Сейчас мы выйдем отсюда. Так, раз есть. Ключ. Так, мы его обманули. Боже мой, нифига себе. Жутики какие. Так, давайте тут быстренько все облутаем. Главное следить, чтобы мальчик... А тут ничего нету. Мальчик нас врасплох не застал. Так, часть ружья, отлично. Что такое? Такой звук, как будто бы он меня заметил. Картина упала, сейчас он сюда придет, наверное. Ё-моё. А чё он стоит? Твою ж мать! Напугал меня! Встал, главное, ничего не... Валим. Давай, все получится. Так, что ты делаешь-то, боже мой? Он сможет пролезть? Он сможет пролезть? Ну-ка. Он же маленький мальчик, по идее, он должен легко пролезть. Так, кухня. Двигайся, ты, боже мой. Да давай же! Давай! Успели. Так, можно отдохнуть. Подожди, так я наверх поднялся, да?
А, я тут был, не заметил просто. Где мальчик? Так, тряпка мне тоже потом понадобится. Твою ж мать. Он здесь. Тут можно убежать от него. Так. Мы уже здесь, отлично. Он постоянно двигается. Тут тоже можно спрятаться. Да, боже мой. Бургер давайте пока бросим сюда, на пол. О, печка. Я не помню, что... Что я не то, что... Твою ж мать! А! Блин, он меня зажал просто так не... Блин, ё-моё. День два. Ну, окей. Я готов ко всему. Я смогу это сделать. Я смогу это пережить. Давай, дружище, ты справишься. Батарейка мне нужна, но потом. До ключа доберемся. Побежали. Можем ружье сейчас сделать и пробовать застрелить его. Я не помню, можно тут застрелить его или нет. Но было бы прикольно, если можно было. Я уже забыл, от чего ключ. Ладно, хрен с тобой. Мы еще вот здесь не были. Да какого черта? Ты как появился там сзади? Твою ж мать. День третий. Ох, блин. Чувствую плохо. Это закончится. Сколько дней вообще у меня? 5 или 3? Я вот не помню, сколько дней. Вот тоже плохо. А вдруг у меня последний день? Так, ладно. Если мы успокоимся, разойдемся, то все будет нормально. Так, я забыл, что я хотел-то сделать. А, мы тут туда не проникли, все понятно, там, где коробки. Он сейчас опять тут тусуется где-нибудь. Да он просто стоял там! Ну как так-то? Он просто стоял! Какого черта? Четвертый день. Блин, ну он просто тут будет стоять и все. Я не смогу это сделать. Мне надо его выманить как-то, что ли? Блин, это фигово, конечно. Давай, соберись. Соберись, ты сможешь, боже мой, ты сможешь, справишься. Ну окей. Так, может быть, с чего-то другого начать? На кухню сейчас пойдет. Он просто стоит. Да, да что? Управление странное очень. Че он дергается? В Грэнни мне так не дергается. Ну и потому что туда надо спускаться, да? Он там стоит, конечно. Конечно, там. Видите? Все, надо просто его выманить. Просто выманить. Вон он пошел, пошел за мной. Отлично. Мы сейчас кругально вернем. Так. Где я? Слушай, а тут еще какая-то локация, что ли? Туда пока нельзя, но это будет, видимо, в следующей серии. В следующем обновлении. Или часть, я не знаю. Так, ну все, сейчас бургер ему. Бургер польем, вот эту дрянью, да? И он прокакается. Фу, это противная самая часть этой игры. Это очень противно. Скотина ты, боже мой. Как будто бы знает, где стоять. Он стоит там, где я должен был, буду появиться. Потом постоянно нужно так делать. Так, где это? Боже мой. Все.
Он сейчас придет кушать. Он даже на меня не обратит внимания. Че он встал? Приятного аппетита. Все, он покакал. Мне надо... Подожди, а дуршлаг или как вот этот совок на кухне же, по-моему, да? То есть, не в любом случае, сейчас надо на кухню. Появиться на кухне. Он такой маленький, ну что же бред, он по идее должен пролезть. Ну это, конечно, бредово. Я понимаю, что это нам хорошо, да, в плюс. Но это бредово, маленький мальчик, который не может пролезть. Боже мой, ну он просто стоит и все. Его надо по-любому выманивать постоянно. Так. В смысле, я не могу взять? В смысле? Палка нужна. А это в туалет поставить. Точно, боже мой. А можно сразу же сделать? Какая разница? Мне кажется, можно сразу сделать. Не обязательно на палку. Так, ну ладно. А палка на улице. Сейчас нет, на улицу сходить. За палкой. Надеюсь, этот чувак не оживет. Подожди, а палку? Как я палку возьму? Ну, с дерева надо палку сломать. А, ну вот, все. Палка есть. Да чтоб тебя. Слишком часто попадался, нельзя больше попадаться. Давай, давай, давай. О, фу, я такое ощущение, что я даже отсюда чувствую этот запах. О, как это противно. Где туалет? Где туалет? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, давай, смывай. Отлично. Это не глист, ребят, это провод. Все нормально. Теперь вниз надо к щитку. Ну там он, скорее всего, меня убьет. Потому что... Потому что... Место такое плохое. Он прямо тут... Слушай, он идет туда, куда я должен был прийти. Он это специально делает. Он идет на то место, где я... должен быть. Так, я не помню. Это, по-моему, как-то сочетается, нет? Что я должен делать? Подожди, может быть, тряпку полить? Нет, не так. А, тряпку на палку намотать, наверное. Я уже не помню. Мне две палки. Скотина. Две палки нужны, по-моему, мне. Бегаем. Я боюсь туда заходить, слушай. Так, ну-ка попробуем сейчас обмотать. Да, обмотали. Все, полили. У нас будет факел. Факел пока бросим, возьмем батарейку. Нам нужна будет батарейка сейчас. Ах ты ж скотина-то гребаная, ты мелкая скотина. Придется кругать. Да, боже мой! Ну иди за мной тогда. Иди, 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 иди. Так. Угу, значит, ключ от этой, да? Двери. Где ключ? Блин. Я же там оставил, где? Ё-моё. Где пушка? Ладно.
Ну это хорошо, что он там застопился. А тут что-нибудь есть за этой коробкой, интересно? Ладно, хрен с тобой, не будем проверять. Так, идем сюда. Там у нас ничего нету пока что. Блин, ну жалко, что я не могу ружье собрать. Было бы прикольно. Может, я там найду последнюю часть? Подожди, я не понял. Тут надо было нажать, что ли, что-то включить? Ну, батарейку-то надо сюда вставить, правильно? Нет? Не, не сюда. А, я не нажал просто. Понятно. Пока что здесь вкинем батарейку. Так, сюда мы пока не можем попасть. По идее, почти прошли. А, тут надо все зажечь, понятно. Теперь я понимаю, зачем нам печка нужна. А, ключ, кость. Кость нам тоже понадобится. Пробирка тоже понадобится. Ну все, ребят, почти все. Тут какая-то голова. Каталась, я не знаю, что она каталась. А, вот она. Мячик какой-то. Не знаю, что он катается тут. Так, подожди, может это от шкатулки? Давайте проверим. Главное с мальчиком поаккуратнее быть. А, нет, не так. Лучше не так. Ну, там где-то стоит, по-моему, да? Сейчас проверим. Так, да, тут у нас пароль будет. Сейчас за факелом пойдем. И, по идее, возможно, мы сейчас пройдем очень быстро. В этой игре, по крайней мере, я помню, что и как делается. Ладно, все здесь пока бросим. Так. Сука. Смотри, где он встал, скотина. Так, нам сейчас нужен будет огонь. Сейчас мы возьмем. Так, факел. Это по-любому нам сейчас нужно. Печка на кухне. Печка на кухне. Давай, сделай это. Я еще боюсь, потому что у меня, блин, уже 4 дня прошло. Или 5 дней, я уже забыл. Боюсь, что я не смогу, тем более этот мальчик тусуется где-то. Да, конечно, блин, за мной ходит. Надо его увести подальше. Пускай идет за мной. Давай. Ой, чуть не запутался. Пускай идет за мной. Тут бы закрыть дверь, может, он запутается. Там придется, по-моему, сидеть, наверное, от него. Так, лучше вот так смотреть. Посматривать. Так, все зажгли. Таз. Нужен таз и вода. Нужен таз и вода, точно. Аккуратненько так проходим. Таз у нас на самом верху. Аккуратно сюда. Да чё? Да ты чё забаговалась-то? Он прошел мимо? Вы видели, как забаговалась? Я ничего не мог сделать. У меня он рывками как-то. Нифига себе, испугался. Опять. Сейчас самый гребаный ненужный момент это случится. Фигово будет. Так, давай ванну нам надо. Так, все, набрали воды. Нифига себе, если бы он не заметил, то все, хана бы было. Он просто ходит туда-сюда. Ладно, пускай блуждает. Мы сейчас обойдем. Слушай, ну если ты прошел один раз игру, да, намного проще.
Ну, когда ты в игру не играл, тебе очень сложно. Это некоторые пошло, ну, ничего не знаю. Ну, конечно, блин, я второй раз играю. Конечно, я ничего не знаю. Так, тазик, давай, 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 давай. Вставай. Чё так медленно-то ходишь? Кость нам нужна, да? Кость нам точно нужна. Что-то еще надо. Что нам нужно еще? Только здесь бросим. Не, ну она цвет должна поменять. Может, жидкостью принести? Гриб! Нам нужен гриб. Точно, ребят, нам нужен гриб. Мы сейчас гриб сорвем, а вдруг он оживет. Тот чувак. Прикинь, действительно оживет. Вот рядом с ним не будем срывать. Вот здесь сорвем. Что-то я боюсь к нему подходить. Ах ты ж скотина! Да как то? Да как он подобрался-то ко мне? Последний день. Блин, ребята, ну это, конечно же, жестко. Надо было мне просто идти, я какого-то черта встал. Я проверял, ружье работает, не работает. Ну нахрена? Ой, боже мой, мы ж почти все сделали. Я сейчас вообще охренею. Я еще боюсь, что забагуется сейчас. Боюсь, что он там стоит. Он может там стоять. Там, где последний раз он был. Я боюсь. Потихонечку. Конечно, он там. Блин. Чуть не баганулось. Вы это видели? Чуть не баганулось. Боже мой. Мистер, чувак, иди. Надеюсь, он не пойдет за мной. Отлично. Теперь могу зайти. Так, батарейку вставили. Да боже мой, ну сделай-то что-нибудь. Да что ты делаешь-то? Все, кажется. Рано радоваться, рано. Да! Уху! Получилось! Мы сбежали. Мы смогли это сделать. Мы смогли, ребят. Спасибо за лайки, за комментарии, за просмотр. Это стоило мне много нервов. Подписывайтесь на канал Дариди, ставьте лайки, пишите комментарии. И будет больше серий. X5! Может, нам могут 200 монеток дать, если мы посмотрим рекламу. Но это я вне серии сделал, окей? Всем пока.